Добрый день! Вы смотрите ежедневный обзор фондового рынка в Нью-Йорке. В начале сегодняшней торговой сессии акции повышаются, а нефть продолжает понижаться. Dow Jones повысился на 50 пунктов. Индекс потребительских цен поднялся в августе на 1,5% с учетом пищи и энергии. Цены на пищу выросли на 0,1%, цены на энергию упали на 0,3%. Почасовая зарплата в США поднялась на 0,1% в августе. Оптимизм строителей находится на высшем уровне за 8 лет. По последним данным Конгресса, национальный долг США составляет 73% внутреннего валового продукта. Золото понизилось на 5 пунктов. Нефть стоит $105.83 за баррель. Вот и все на сегодня. С вами был Даниил Ветлер. Всего доброго.